Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Gopinjana Vallabha. Giriwaradhari Jaya Gopijana Vallabha Giriwaradhari Jaya Gopijana Vallabha Giriwaradhari Jaya Gopijana Vallabha Giriwaradhari Yashoda Nandanam Rajajana Ranjanam Yashoda Nandanam Rajajana Ranjanam Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bidhari 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 Jaya Gopijana Vallabha Giriwaradhari Jaya Gopijana Vallabha Giriwaradhari Jaya Gopijana Vallabha Giriwaradhari Jaya Gopijana Vallabha Giriwaradhari Yashoda Nandanam Rajajana Ranjana Yashoda Nandanam Rajajana Ranjana Yashoda Nandanam Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Хари Кришна. Итак, у нас сегодня текст песнь 8, глава 7, текст 23. Гунамая са шактьясья саргастхити апьяян вибхо дхатсе ядасва дрибхуман Брахма Вишну Шива Бхидхам. Гунамая са шактасья. Саргастхити апьяян вибхо. Дхатсе ядасва дрибхуман. Брахма Вишну Шива Бхидам. Гунамая сва шактьясья. Саргастхити апьяян вибхо. Дхатсе ядасва дрибхуман. Брахма Вишну Шива Бхидам. Гунамая сва шактьясья.
Сатьяктясья. Саргастхити апьяян вибхо. Ксяртя сарвани буман. Матаджи. Гунамая сва шактясья. Саргастхити апьяян вибхо. Даце яда свидрик буман. Брахма вишну шивад бхидхам. Итак, дословный перевод, литературный перевод и комментарий его божественной милости Ачарья Бхактивиданта Шрила Прабхупады. Гунамая, состоящий из трех способов действия. Сва-шактья, твоей внешней энергией. Асья, этого материального мира. Саргастхитиапьяян, творение, поддержание и уничтожение. Вибхо, о Господин, дхатце, носишь, яда, когда, свадрик, являющий себя, бхуман, о Великий, брахма вишну шива бхидхам, имена Господа Брахмы, Господа Вишну и Господа Шивы. Литературный перевод. О Господин, Ты лучезарен и всемогущ. Ты творишь материальный мир с помощью Своей энергии и, создавая его, храня и разрушая, принимаешь имена Брахмы, Вишну и Махешвары. Комментарий. На самом деле эта молитва обращена к Господу Вишну, Пуруше, который в своих воплощениях, именуемых гуна-аватарами, носит имена Брахмы, Вишну и Махешвары. Еще раз перевод. «О Господин, Ты лучезарен и всемогущ, Ты творишь материальный мир с помощью Своей энергии, и, создавая его, храня и разрушая, принимаешь имена Брахмы, Вишну и Махешвары. Оман гьяна тимрандасья, гьянанджана шалакая, чакшурун милитам йена, тайзмай шри гуравей намаха, шри чайтанья манобхиштам, стхапитам йена бхутале, сваям рупака дамагьям, дадати свападантикам, ванча калпатарубьяшча, крипа синдхупья эвача, Патитанам паванебхьо, вайшнавебхьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намам Вишнупадая Кришна Приштая Бхутале Шримати Бхактивиданта Свами Ити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштатья Дешатарине. Харе Кришна, спасибо вам большое за возможность послужить Гурудеву и Кришне в его литературном воплощении Шримад Бхагаватам. Итак,
комментарий к этому стиху, по-моему, исчерпывающий. Постараюсь дополнить что-то к этому стиху. Итак, в комментарии описаны гуна-аватары Вишну. А в Чайтанье Чаритамрите перечисляются 6 категорий аватар. Ну, какие, в принципе, 6 категорий есть у Господа. Итак, существует 6 категорий воплощений аватар Кришны. Первое – это воплощение в образе Вишну, называется Пуруша-аватар. Второе – воплощение, в которых Господь проводит свои игры, лила-аватары. Кроме того, существует воплощение управляющими гунами материальной природы, так называются гуна-аватары. Воплощение Господа в период правления каждого ману, манватара-аватары, и воплощение, нисходящее в разные эпохи, юга-аватары, и живые существа, которых Господь наделил особыми полномочиями, шакти-авеш-аватары. В последних нескольких стихах мы обсуждали положение Брахмы, Господа Вишну и Шивы. Но также положение этих личностей описывает Шрила Прабхупада в Чайтанье Чаритамрите. В комментарии 2.20.316 говорит: Господь Брахма, хотя и является воплощением материальной энергии, все же управляет материальной гуной страсти. Господь Шива, хотя он одновременно тождественным с Господом Кришной и отличен от него, управляет гуной тьмы. А Господь Вишну, однако, представляет собой личную экспансию Кришны, поэтому он управляет гуной благости и всегда занимает трансцендентное положение, оставаясь вне сферы действия гун материальной природы. Господь Вишну – изначальная личность и личная экспансия Кришны. А Кришна – изначальный источник всех аватар. Что касается могущества, то Господь Вишну также могущественен, как Господь Кришна, поскольку обладает всеми божественными достояниями. И также Господь Брахма, на Господа Брахму возложена, в принципе, огромная ответственность в этой вселенной. Ответственность эта состоит в миссии освобождения обусловленных душ. И потому он, как чисто преданный, он очень дорог Господу, потому что он ему помогает как бы в этой миссии. Брахма в совершенстве исполняет свой долг. И не только создавая материальные, все материальные там, планеты, тела, все материальное, но и увеличивая число последователей, своих последователей, миссия которых спасать дальше обусловленные души. Его последователи собираются, как бы, объединяются в Брахма Сампрадаю, и до наших дней кто принадлежит к Брахма Сампрадае, у всех одна миссия – призывать падшие души вернуться домой к Богу. Шри Шри Нитай Гаурачандр Ки Джай, Шри Джаганача Балдева, Шри Субандрамай Ки Джай, Шри Джаганача Чакра Ки Джай. То есть это серьезная такая миссия Господа Брахма. И, кстати, мы тоже, как бы, в принципе, стоим в этой сампрадае. И, как говорилось уже в предыдущем стихе до этого, там рассказывается положение Господа Шивы, что Господь Вишну, в принципе, когда создавал этот мир, действовал через Господа Шиву. Да? И таким образом он как бы представитель Господа Вишну здесь. И когда Кришна в Бхагавад-гите говорит, что он отец всех живых существ, имеется в виду, что он действует через него, через Господа Шиву. Поэтому Шиве поклоняются наравне с Господом Вишну. Вот, также он считается в
лучшим преданным, который постоянно медитация на Господа. И каковы же мотивы, цели и мотивы полубогов и демонов? Потому что очень важно иметь цель, да, которая у нас есть, и не отклоняться от нее. Вот. И цель полубогов, в принципе, заключалась в том, чтобы просто банально захватить всю Вселенную, победить полубогов и добиться полного правления, скажем так. И в принципе они на тот момент, рассматривал эту историю, тоже задумывался, и на тот момент они по большому счету не нуждались в этом пахтании, потому что на тот момент, по большому счету, у них все было как раз таки окей. То есть они были, они захватывали, побеждали полубогов. У них было даже сандживани, то есть их гуру, поскольку они ему хорошо служили, Шукрачарья их постоянно, он их мог воскрешать. В то время как у полубогов, они наоборот, поскольку оскорбили гуру, они потеряли все свое шри, все свои богатства, все свои добродетели и силы. И они постоянно проигрывали и погибали. И поэтому они прибежали к Господу Брахме и начали говорить, сделай что-нибудь, умираем, все дела. И в этот момент, в принципе, демоны были в преимуществе. И у меня возник такой вопрос, почему же тогда они вписались в это все мероприятие? То есть, по сути дела, они могли не вписываться. И кто-то на лекции, как раз, по-моему, Тарун Кришна Прабху ответил, что потому что они хотят, у них очень сильный эгоизм, и они хотят всего, они хотят быть независимыми даже от своего гуру, того же Шукрачарьи, потому что нужно ему служить, чтобы получить его благословение, соответственно, сандживани, иметь то же положение. Они захотели амриту, захотели всего. Вот. И пошли на это. Но по ходу пьесы, как развивалось это все мероприятие, они начали отклоняться от своей цели. Да, сначала они отклонились от своей цели и пришли такие наличные желания заполучить все, заполучить амриту и вписались во все это мероприятие. А потом, когда уже случалось это пахтание, они прельщались всеми благами, которые выходили из этого пахтания впоследствии. Вот, где Господь Вишну полубогов, которым благоволит, заранее предупредил, не отклоняйтесь от своей цели. Ваша цель амрита, будут выходить всевозможные блага, не прельщайтесь ими. Вот, следите за своей целью, идите к ней. Итак, но как преданным нам также важно постоянно напоминать о высшей нашей цели. Да? И Кришна говорит, что идущие этим путем решительны и целеустремленны. И у них одна цель, о потомок. Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен. Потому что на каждом пути всегда есть какие-то то проблемы, то наоборот какие-то блага, которые всплывают по ходу. Да? И целеустремленность в сознании Кришны основывается на знании. Человек, обладающий сознанием Кришны, это поистине редкая душа. Он полностью осознал, что Васудева Кришна является причиной всех причин. На пути к цели, говорит Шрила Прабхупада, у нас могут возникать много соблазнов, подобно тому, как демоны прельстились всеми благами, полученными в результате пахтания океана. И в Бхагавад-гите Кришна описывает Арджуне, как вайшнав действует при соприкосновении с объектами чувств, приводя аналогию с черепахой. То есть мы постоянно сталкиваемся в этом мире, в этой вселенной с различными объектами чувств,
и это постоянно нас, естественно, сбивает. И как же действует вайшнав? Кришна говорит, что тот, кто подобно черепахе, втягивающей голову в конечности и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым духовным разумом. И еще он говорит также, о могучей руки, тот же, кто постиг абсолютную истину, никогда не пойдет на поводу своих чувств и не станет искать чувственных удовольствий, так как прекрасно знает разницу между деятельностью, связанной с преданным служением Господу, и деятельностью ради ее плодов. Вот, так что нужно всегда помнить нашу цель и не привязываться к плодам, и по мере достижения нашей цели, по ходу, не отвлекаться на всевозможные чувственные объекты, чувств. Одновременно как бы еще с целью необходимо учитывать препятствия, которые могут нам помешать ее достичь. Преданный хочет достичь любви к Кришне, да, как бы это наша конечная цель, прямо бхакти. Но истинная чистая любовь может быть только к Богу. И если как бы ее нет, то тогда есть вожделение. И так как мы видим не Бога, а во всех и во всем видим только объекты чувств, вожделения, вот это вот нам порой мешает. В Бхагавадгите есть серия очень известных стихов о природе вожделения и о том, как оно развивается. В третьей главе Бхагавадгиты Кришна называет его всепожирающим греховным врагом всех существ в этом мире. Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения – гнев. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум. И тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. И получается, что когда человек, не обладающий сознанием Кришны, созерцает объекты чувств, у него возникают эти материальные желания. Потому как чувства все время ищут занятия. Наш ум, наши чувства, он ищет постоянно, чем бы заняться, особенно хорошо, когда чем-то приятненьким заняться еще. Вот. И если они заняты трансцендентным служением Господу, то обязательно найдут себе какое-нибудь не заняты, то тогда они обязательно найдут какое-то материальное занятие. То есть или так, мы подвержены или внешней энергии Господа, или внутренней. В материальном мире каждый, даже Господь Шива и Господь Брахма, не говоря уже о других полубогах, обитателях райских планет, испытывают на себе влияние этих объектов чувств. Единственный способ выйти из лабиринта материальной жизни – это обрести сознание Кришны, к чему мы пытаемся прийти. И как же можно победить вожделение? Ведь чувства так могущественны и напористы. Да? О Арджуна, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их? И Кришна говорит, что даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним. Но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, утверждается в духовном сознании. То есть нам нужно получить более возвышенный вкус. Да? Желательно от кого-то, служа ему, у кого этот вкус уже имеется. Вот. И еще один стих, также
того, кто, обуздав чувства и держа их в повиновении, сосредотачивает ум на мне, называют человеком с устойчивым разумом. И Господь Брахма, он, по большому счету, да, как бы имеет спокойный ум, потому как он преданный. И хотя он соприкасается с гуной страсти, он, в принципе, может выполнять свое служение довольно хорошо, потому как он тоже сосредоточен на своей цели, конечной, да, как бы на своем объекте, как бы медитации, которым является Кришна. Вот. И он не зависит, получается, да, как бы от плодов своей деятельности, поэтому его ум остается спокойным. И благодаря этому он может творить. И привязанности к объектам наших чувств, они, в принципе, разрушают разум. А Вишну олицетворяет, поддерживает всю Вселенную. Да, он как бы поддерживает весь этот мир. И поддержание, по сути дела, это постоянные усилия. Чтобы что-либо поддерживать, нужно постоянно прилагать усилия, но в знании. И это гуна благости. Поддержание этого мира происходит за счет постоянного созидания и разрушения. Вот, это гуна страсти и невежества. Для этого необходимо спокойствие ума, чтобы качество выполнять свои обязанности. И для этого есть у Господа Вишну, Господа Кришны, для этого есть у него две формы, Господь Брахма и Господь Шива, да, две аватары, которые с этими гунами соприкасаются и выполняют это действие. И Кришна нам подсказывает, как же обрести спокойный ум. Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания. И очень хороший комментарий к этому стиху. Шрила Прабхупада говорит, что тот, кто обладает сознанием Кришны, не испытывает никаких потребностей, поскольку Господь удовлетворяет все его материальные нужды. Подобно океану, такой человек всегда самодостаточен. Желания могут возникать у него в уме. То есть желания могут возникать у него в уме. Не означает, что как бы у него, вообще у него нет желаний. Они могут у него возникать, словно реки, впадающие в океан. Однако они его нисколько не беспокоят. Он не прельщается чувственными удовольствиями и просто продолжает заниматься своим делом. Как когда-то Шабхупаду спросили ученики Шабхупады, ну, как быть, тут такая ситуация, мы постоянно сталкиваемся с людьми, там, с женщинами, там, как, что делать, когда появляются всякие там мысли, желания. Он сказал, ничего не делать. Все очень просто. Ничего не делай. Продолжай служить. Ну, ничего не делай с этим, да, как бы продолжай выполнять свой долг, свое служение. Вот признак человека, развившего в себе сознание Кришны. Хотя у него возникают разные желания, он не стремится удовлетворить их, ибо его не интересуют чувственные удовольствия. Он черпает удовлетворение в трансцендентном любовном служении Господу. И потому всегда безмятежен, как океан в тихую погоду. Те же, кто пытается удовлетворить свои желания, добиться успеха в мирской жизни или даже обрести освобождение, лишены покоя. Таким образом, истинное умиротворение обретает лишь тот, кто полностью изжил в себе стремление к чувственным удовольствиям, свободен от желаний и не считает себя обладателем чего-либо. И плюс еще избавился от ложного эго, что непросто. Но он продолжает действовать в этом мире. Это не означает, что он бездействует. Он действует, он очень деятельный. Просто он все свои действия направляет как бы на служение Кришне Гуру. Как опять-таки история Шрила Прабхупады, там где
ученики звонят Шрапрападе, говорят, вот мы нашли такой-то храм. Шрапрапад спрашивает, да, как он, начинает немного расспрашивать про него. Говорит, но нам не нужны эти, это головная боль, это очень большие старания для нас. Мы преданы, мы должны медитировать и служить Кришне. Ну, вот. И потом в следующий раз они опять звонят, аж звонит уже Шрапрапада, спрашивает, как там, что с этим храмом. Говорят, ну вот так-то, так-то, все классно. Шрапрапада расспрашивает еще больше об этом храме. И спрашивает, а сколько стоит еще раз? А договоритесь на скидку. Они говорят, ну Шрапрапада, вы же сказали, это слишком большие трудности, слишком большая головная боль. Тогда он говорит, что нам нужна эта головная боль. Иначе мы будем только есть и спать. Вот. Поэтому это не означает, что мы ничего не делаем, что Кришна обо всем побеспокоится, Кришна все контролирует. Это так, но нужны наши усилия. И Шива соприкасается с гуной невежества. Господь Шива, как бы он имеет с этим дело, да, которое разрушительно. Так как он тоже преданный, он может правильно эту тоже энергию задействовать, контролировать, как бы, в принципе, эту разрушительную энергию. И, видимо, неспроста, потому как он как бы ей заведует, ее контролирует, попросили именно его выпить этот яд, который, в принципе, разрушал всю Вселенную. Да, как бы. Вот. И он с удовольствием согласился послужить Кришне, хотя в принципе он ничего не имел как бы от этого всего мероприятия, то есть ему это все не нужно было. Ни плоды этого всего мероприятия ему абсолютно были не нужны. Я в принципе так иногда задумываюсь, насколько все-таки Шива преданный, вот у него есть дух такой вот отречения, ну, вот, что вот он, как рассказывал Вендраня Прабу, даже распространяет ну, как бы гуну невежества, с ней сталкивается. Его живет на горе Кайлаш, где постоянно он, вокруг него там всякая нечисть, бхуты, пишачи, там все дела. То есть он постоянно соприкасается с этим всем. Вот. Ему приходится, к нему прибегают постоянно все демоны, он с ними общается, да, как бы он их покровительствует, как бы им тоже. Постоянно сталкивается вот с такими, скажем так, работает в токсичной атмосфере, скажем так, в токсичном таком месте, вот, его служение. И, однако, и спасает мир очень часто. И все это делает вот просто ну, ради служения, ради удовлетворения. И, видимо, поэтому он настолько как бы, ну, внутри себя умиротворен, спокоен, потому что он чисто преданный, его вообще это никак не касается. Хоть он с этим соприкасается, он не попадает под влияние всего этого. Опять-таки потому, как он все время настроен на свои цели, на своей медитации Господу. И Кришна контролирует все эти три энергии, это все Он. Везде есть, в принципе, вот этот вот, Кришна показывает везде, как бы этот весь ачар, нужен личный пример, который больше всего вдохновляет всех, всегда. И такие примеры у нас есть, как вот Шрила Прабхупада, да, наш ачарья. Как бы он своим примером вообще вдохновил весь мир. И до сих пор вдохновляет, и будет еще вдохновлять. Тысячи лет. Вот. Есть такой пример, как там в Киртане, там Аиндра Прабу, вот, к примеру, да, там, который просто вот выходил на Санкиртану, я смотрел про него сериал, он выходил на Санкиртану сам каждый день, там, пока он жил еще в Нью-Йорке, там по 8 часов выходил, он никого никогда там не звал, не тянул, там он просто брал гармошку, и счастливый шел на Киртан, и все, и к нему всегда присоединялись. Потому что он это делал стабильно и с огромным воодушевлением и желанием. И к нему сами, короче, все
прибегали и готовы были вместе с ним как бы послужить. Вот. Потом, когда он переехал во Вриндаван уже, начал 24, точнее, ну, возобновил 24-часовой киртан, у него не было никаких абсолютно условий, ни людей, которые готовы были, хотели с ним, ну, как бы послужить, не было даже комнаты, он за свою комнату даже вашими платил, ему приходилось платить за комнату, и еще не было даже инструментов, он брал инструменты, там, ну, там заимствовал их, короче, вот. И пел по 12 часов самостоятельно. Больше 12 часов каждый день пел сам, потому что больше никого не было. То есть. И постепенно, вот как бы, ну вот, просто смотря и видя как бы все это, его как бы, ну, желание так послужить Шриле Прабхупаде, все настолько вдохновились. И он стал, ну, таким вот, скажем так, гуру, который находится в одном месте, но проповедует, скажем так, наравне с самыми лучшими там киртаниями, которые постоянно ездят во всем мире и проповедуют. Да? То есть он просто сидя в одном месте, и когда начали записывать его баджаны, они стали расходиться по всему миру. Люди, просто слушая это, как бы, ну, они перенимали как бы это все. И уже сейчас, как бы, до сих пор 24-часовой киртан, он как бы, ну, гремит до сих пор и служит Шриле Прабхупаде. Вот, и в нашей истории Господь Шива и Господь Вишну, в принципе, тоже сделали все сами. Сами по большому счету придумали себе историю, придумали себе лилу. И самые основные как бы вещи они, в принципе, тоже сделали сами. То есть они сказали, что надо делать, сами придумали, потом сказали, что надо делать, всех организовали. Потом они даже попытались это сделать, не смогли, им пришел Господь Вишну, сам перенес гору, поставил гору на самого себя же. И потом, когда начал выходить, да, как бы яд, грубо говоря, сам же его и выпил, ну, в качестве Шивы. Вот, то есть, хотя ни он, ни, естественно, ни Вишну, ни Господь Вишну, ни Господь Шива абсолютно не были заинтересованы ни в чем из этого. То есть, ну, как бы в материальном плане, то есть, это все нужно было Господь Вишну для поддержания Вселенной, чтобы эта Вселенная не разрушилась, чтобы был какой-то баланс между демонами и полубогами, да. Господь Шива, чтобы послужить Кришне, Вишну. И опять-таки, но даже демоны получили от всего этого действия блага, те, которые они хотели. Потому как они были привязаны к различным объектам чувств, они их и получили из пахтания океана, в принципе. Вишну благоволит полубогам, поэтому предостерег их, что как бы, ну, не прельщайтесь тому, что будет выходить. Вот, держитесь у своей цели, амрите, несмотря на невзгоды и различные приобретения. И Кришна говорит, что то, что вначале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, состояние, в котором человек пробуждается к самосознанию, называют счастьем в гуне благости. Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое вначале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, именуется счастьем в гуне страсти. Да? То есть, когда знаешь цель, и ты идешь к ней, то если как бы пользуешься разумом, то в принципе обычно всегда, чтобы достичь чего-то хорошего, какая-то, ну, муть появляется, а потом уже ты достигаешь какого-то результата. Да, идешь к зубному врачу, к примеру, и чтобы решить там свои проблемы, и сначала нужно терпеть, но потом благо. Вот. Идешь на тренировку, и чтобы стать здоровым и сильным, нужно терпеть боль, нужно терпеть усталость,
Вот, чтобы потом, опять-таки, тоже получить какой-то результат. То есть это такой вот долгий процесс. Да, в бхакти то же самое. На пути бхакти в начале особенно очень сложно вставать рано, читать 16 кругов, ходить на служение. Это очень сложно, непонятно. Как бы. Но ты это просто делаешь, потому что по милости преданных тебе как бы есть разум, что да, это тебе даст, даст результат, даст как минимум умиротворение, ну, в начале. И ты постепенно какими-то крупицами его ощущаешь. И поэтому как бы, это дает тебе еще больше вдохновения и сил продолжать. И демоны тоже получили от этого мероприятия благо. Потому как они, в принципе, делали, хоть да, как бы косвенно, они делали то, что им сказал Вишну. То есть они выполняли его наставление. Вот. И они не достигли высшей цели, как полубоги, которые получили, да, как бы блага. Но они получили свои блага, к которым они были привязаны. То есть вот эти вот объекты чувств. Они были заняты в преданном служении, в принципе, как бы косвенно. Хотя это и не было чистым преданным служением. И Кришна говорит, что тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, чего им не достает, и сохраняю, что у них есть. И, в принципе, даже демоны, которые тут служили косвенно, по большому счету, они тоже сохранили то, что у них есть, и даже получили то, что им не хватало, что им хотелось, по большому счету. Вот. И материальные объекты толкают нас на медитацию о еще большем количестве материальных объектов постоянно. Вот. То есть их материальную энергию невозможно насытиться, она невозможно удовлетворить полностью. Поэтому у непреданных этих материальных объектов постоянно множится с геометрической прогрессией. А преданный отличается тем, что у него один объект любви, который его, в принципе, удовлетворяет полностью во всех отношениях, как бы Кришна. И есть такая очень интересная история, которая как раз-таки... Это история о том, как демонические личности могут получить благо, как вот даже здесь, да, если займутся преданным служением. И это история о том, как Дити дает обет погубить царя Индру из шестой песни Шримад-Бхагаватам. Шри Шукадева Госвами сказал, чтобы помочь Индре, Господь Вишну собственноручно убил двух братьев, Хираньякашипу и Хираньякшу. Узнав о гибели своих сыновей, охваченная горем и гневом Дити, ихняя мать, стала вынашивать планы мести. Когда же я смогу вдохнуть с облегчением, уничтожив этого греховного, жестокого, бессердечного сластолюбца Индру, который с помощью Господа Вишну так безжалостно расправился с моими сыновьями Хираньякшу и Хираньякашипу? С этим намерением, мечтая о сыне, способном убить Индру, Дити принялась во всем угождать своему мужу. О царь, она послушно исполняла любые желания Кашьяпы. Своим служением, любовью, покорностью и сдержанностью, сладкими речами, улыбками и нежными взглядами она полностью покорила его сердце. Кашьяпа Муни сказал: «Моя добрая жена, ты обязательно получишь сына, который сможет убить Индру». Кстати, да, Кашьяпа решился на такое благословение. «Если последуешь моим наставлениям и дашь обет не менее года строго следовать принципам жизни вайшнавов, то есть стань преданной хотя бы на год». Ну, поэтому он, видимо, и решился на такое как бы, даже действие, на такое благословение, потому что он знал результат этого. «Если же ты нарушишь этот обет, то родишь сына, который станет доброжелателем Индры». Вот тут тоже такая загвоздка. «Однажды, истощенная строгим соблюдением обета, Дити забыла сполоснуть рот, руки
и стопы после еды и легла спать в сумерки. Заметив этот просчет, Индра, обладатель всех мистических сил, таких как анима, лакхима и прочее, проник в лоно Дити, пока та пребывала в бессознательном состоянии, погруженная в глубокий сон. Попав в лоно Дити, Индра своей молнией рассек сияющий, как золото, плод на 7 частей, а потом каждую часть еще на 7 частей. То есть, ну, как бы на мелкие кусочки подробил как бы плод. Дити, храня суровый обет, поклонялась Вишну почти целый год. Благодаря обретенной духовной силе она родила 49 марутов. То есть благодаря все-таки преданному служению, да, дхарма шакти шактати, этот ребенок, ну как бы он поделился, но не умер. То есть дети не уничтожились. Они просто как бы их просто стало больше. Вот. И их стало 49 марутов. Поклонение Верховной Личности Бога очистило сердце Дити. Встав с ложа, она увидела 49 своих сыновей вместе с Индрой. Они сияли словно пламя и были вполне дружелюбно настроены к Индре. Очистившаяся Дити очень обрадовалась этому. То есть, ну, даже вот такая ситуация, как бы просто вот она служила, да, как бы преданно год, и вот и такой результат. То есть и она сама, и дети, как бы, да, полностью преобразились. Хотя те, кто, в Шримад-Бхагаватам говорится, что хотя те, кто поглощен поклонением Верховной Личности Бога, не рассчитывают взамен получить от Господа никакой-либо материальной награды, ни даже освобождения, Господь Кришна все же исполняет все их желания. Высшая цель всех устремлений в жизни – стать слугой Верховной Личности Бога. Если разумный человек служит самому дорогому объекту нашей любви, Господу, дарующему себя своим преданным, то разве станет он желать материального счастья, доступного даже в аду? Вот. Поэтому нам нужно тоже пытаться держаться своей цели на пути к преданному служению, удовлетворить гуру, преданных и Кришну. Пожалуй, я тут остановлюсь, уже время. Хари Кришна, спасибо вам большое. Может быть, какие-то есть исправления, дополнения? Джай. Гранд Харадж Шримад Бхагаватам ки джай, Шри Прабхупада ки джай.